Всем привет, ребята! Сегодня у Свилли любимый праздник, а именно День Свилли. И у него каждый месяц, 13 и 14, каждого числа день рождения. 12 и 14 числа каждого месяца. Ура! Всем привет, ребята! У меня сегодня день рождения! Ура! Мой любимый праздник! Да-да, Свилли, твой любимый. Что, подарки будут? Да, конечно, будут. Сейчас покажу. Давай. У меня есть вот такой вот ёжик, смотри. Ёжик? А ты мне уже показывал одного. Да, только тут как-то темно. Темно? Да потому что тихо. Но у меня есть вот такая вот умный фонарь. Умный фонарь Свилли. Еще один Свилли. Ну да, у нас уже был... У нас уже была и свинья Свилли, и фонарь Свилли, и даже канал Свилли. Так что вот, ёжик теперь светло. Классно, а ещё что есть? Ещё? У меня такая вот штука есть. Из киндера тебе выпала. Вау, интересно, что она делает? Ну вот смотри, надеваешь её на карандашик. Только карандашка у меня нету, будем использовать ножницы. Угу, так, сейчас наденем. Как-то вот так. Понятно. Так, Свилли. Да. А ты антистресс хочешь? Хочу. А какой? Ну, сквиши. Чего? Ну, сквиши. Сквиши ему. Ладно, давай сделаем тебе сквиши. Для этого нам понадобится скотч. Это, по-твоему, скотч? Это кольцо, по-твоему, это скотч? А что? Не скотч, что ли? Да, не скотч. Ладно. Вот такая вот вата. Гадость. Это не сладкая вата. Ну, конечно, это не сладкая вата. Ты что, думал, что это сладкая вата? Сейчас. Так, ладно. И, в принципе, все. А я хочу цветной. Цветной. Ну, что-нибудь придумаем сейчас. Ладно. Так. Хорошо. Отрезаем небольшой кусочек, но сейчас я к вам вернусь. Ну, в общем, вот лаз. Этикетка. Какая это этикетка? Ну, да. Половинка. А вот два половинка. Что-то она какая-то маленькая. Я тебя понял. Тогда вот тебе побольше половинка. Сейчас. А что? Ладно, хорошо. Так, и как ты, интересно, будешь делать сквиш из вот такого вот не пойми чего? А сейчас увидишь. Так, сейчас вернусь к вам, наполню ватой и вернусь сюда. Это что еще за повод такое, а? Ну, это сквиш твой. Да, во-первых, он скучный, а во-вторых, он не цветной, а я хочу цветной. Ух ты, свинья какая завелась у меня дома. Ладно. О, сквиши готов? Да. Прыг. О, подушка. Так, свинья, вставай. Чего? Так, ну вот, сквиш, держи тебе. Да, но он что-то совсем не похож. Не похож? Ладно, доделаем после ролика. Ладно, хорошо. Ладно. Так, а это что? А это не я. Угу. Свилли. Поделал мне тут. Держи свой сквиш. На, свой сквиш. Ура! А ты мне толт сделаешь? Еще и толт тебе? Ну да, толт. Сейчас все тебе будет. Ура! Ну что ж, Свилли, смотри, это твой толт. Вау! Видел? Такой пробовал еще? Нет, еще не лазу. Ну, давай сейчас открою тебе его. Танго? Это же рулет. Ну и что? Толт и рулет. Это одно и то же. Нет, не одно. Так, Свилли, не спорь со мной. Ладно, так. Как же тут открыть? Да, ё-моё. Так. Опа. Это двумя руками надо... Опа, Свилли. Ну что, Свилли, смотри, вот твой толт.
Видел? Нет. Вот он, смотри. Ух тышка! Видишь? А кто его съел? Там чуть-чуть осталось. Ну кто? Это свиньи. Свиньи? Да. Эй, вы что там делаете? Эй, свиньи, уходите! Так. Ну-ка, сейчас попробуем. Ой. Так. Ну-ка, сейчас попробуем. Ну-ка. Это очень вкусно. Ну как тебе, вкусно? Да очень. А можно мне? Да, ешь. Как вкусно. Эй, а где торт? Все, хорош его понемножку. Вот свиньи. Свили, ты видишь это? Что? Твой грязный палец? Нет. Это твой грузовик. Вау! Посмотри, он снова твой Мерседес. Вау! Давай его включим. Давай, побыстрей. Вот он, смотри, какой крутой. Рисуй туда свой любопытный нос. Я поехал. Всем пока, ребята. Ой, куда? Бип-бип-бип-бип. Всякие торты разъехались. Куда я еду? Я могу остановиться. В общем, вот такое вот видео вышло. Всем пока! И до новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а всем пока-пока!